храмах города и района на День Святого Крещения прошли праздничные богослужения. Наша съемочная группа побывала в храме села Упирвичи Торжокского района, где крещенское богослужение проводил отец Александр, настоятель храма. Благим же творящим Твоим Духом, ныне и присно и во веки веков. После богослужения настоятель храма и прихожане проследовали к месту крещенского купания. В Упирвичах этим местом стала река Рачайна. Совершив таинство причастия, отец Александр благословил собравшихся на погружение в крещенскую воду. Крещающийся тебе, Господи! Троическое лицепоклонение, родитель, Господи, ты слушай тебе, возлюбленного тебя сына именуя, и дух в виде глубине, известно ваше совесть и утверждение, явлейся, Христе Боже, имя просвящее слово тебе. О, Иордане, крещающуюся тебе, Господи! Троическое лицепоклонение. В этот праздник крещенские купания проходили и в других местах Торжка и Торжокского района. Верующие спешили приобщиться к благодати и очиститься душой и телом. А в храмах не иссякал поток тех, кто пришел за святой водой. Таких людей стало больше. Увеличилось количество действующих храмов, и возросло число тех, кто посещает их, тех, кто обращается к Богу, к вере и духовности. Отдохнули?